Петрушенко! Лопухин, братчики! Иван, собачий хвіст! Ты что тут рубишь? Да вот с вами воевать собрался. Чего на тебя? Ты что, сказался? Ну, мы ж наши. Да. Так и мы наши. Это ж наши! Ну, видал? Цельную роту сагитировал, хвали. Роту? Если полк. О, что ж, я где ж там? Я серый, я ведь лапоть. Ну, соединяй отряды. Сюда я не пущаю. А, дура, мы же не господа, мы товарищи. Товарищи, солдаты, я за руки. Я генерал, начальник штаба уссурийской дивизии. Ну, командир-то дома. Ну, клич там его, Халуев. И я не пойду. Что не пойду? Я часовой, часовой, понимаешь? Слушай, я тебе именем рабочей крестьянской власти приказываю, клич Халуев. Халуи-то все разбежались. Один генерал сидит. Сидит и бумаги палит. А ну, клич генерала! Что? Я не пущу я тебя! Куда лезешь? Куда лезешь? Кто хулиганит? Встать, как полагается! Ты с кем стоишь, подлец? Поняли меня? Складайте оружие, господин генерал. Складайте, складайте. Хорошо. Солдат, позволь проститься с конем. Ну, это... Конечно, прощайтесь. Вот так. Это можно. Это пускай. Сидят. Ну чего держат? Вот это да. Эх ты. Вот это мандолина. Да. Эх, тут что-то написано. А ты вот что, ты не колупай. Не колупай. Это шашка уссурийская. Она имеет свою историю. Вражий солдат.